болашақта қандай мамандық иесі болғың келеді? Мен болашақта мұғалім болып жұмысым істегім келеді. Өйткені менің ағам спортсмен болған. Кем ты хочешь стать в будущем? Я хочу стать программистом или ученым. Я хочу стать певицей. Принцессой. Я хочу стать спецназом, потому что он очень крутой и спасает весь мир. Мечтаю о профессии дизайнера одежды. Когда я вырасту, я хочу стать известной певицей. Я хочу стать воспитателем, чтобы учить детей. Я хочу стать пожарным. Я хочу стать дизайнером, потому что я люблю творчество. Кем я хочу стать, когда вырасту? Строителем, строить дома. Я хочу стать знаменитым футболистом, как Криштиану Роналду и Лионель Месси. Өскенде мен дәрігер болғым келеді. Мен өскенде ұшқыш болғым келеді. Я буду лечить людей и помогать им быть здоровее. Я хочу стать известным футболистом и каратистом. Мен өскенде сәнгер болуды қалаймын. Меня зовут Алихан. Я хочу стать президентом. Вот это поворот! Каким ты видишь будущее своей страны? Я вижу будущее своей страны счастливым, хорошим. Я думаю, что мы хорошо разведемся, что нас станет больше, и мы любую войну сможем отобить. Хочу, чтобы Казахстан оставался красивой, гостеприимной и мирной страной с добрыми традициями. Я вижу, что моя страна будет очень богатой и развитой. Я верю, что мы и наше будущее поколение будем жить в светлой стране под мирным небом над головой. Я думаю, что наша страна будет стеклянным, красивым, как в сказке. Будущее нашей страны я вижу счастливым, верным и благополучным. Я хочу, чтобы мой Казахстан был богатой и развитой страной. Моя страна очень красивая, а в будущем будет очень-очень красивая. Өз елінің болашағын қалай көресің? Ең мықты, білімді, бақытты балалар көремін. Еліміздің болашағы жарқын, ешкім ауырмайды. Өз елімнің болашағын жаңа технология аралы дамыған ел қатарында көргім келеді. Үлкендер қайыртаяды, біз өземіз Казахстанды да өзгертеміз. Для меня самое главное – это моя родина и моя семья. Будущее своей страны я вижу самым лучшим. Всех с праздником! Что для тебя самое важное в жизни? Не знаю. Для меня важное в жизни папа и мама. Для меня самое главное в жизни творить что-то своими руками и сочинять музыку. Самое главное в жизни – это моя семья. Я думаю, то, что главное в жизни – это развивать свои таланты и научиться быть счастливым человеком. Самое ценное в жизни для меня – это мои близкие люди. Для меня самое главное в жизни – это спокойствие нашей страны и моя семья. Это который ребенок теплее, его любят. А кто его любит? Мама, папа, Атаска, Нанаска меня любили. Для меня самое главное — это моя семья и я сам. Сен үшін өмірдегі ең маңызды нәрсе не? Мен үшін өмірдегі ең маңызды нәрсе ол елімнің, ата-анамның амандығы. Маған өмірде ең маңыздысы ол отбасы. Семья, родители, близкие. Самое главное, чтобы они все были здоровы и живы. Я хочу пожелать детям, чтобы они были счастливы и
слушались своих родителей. Чтобы у них все мечты сбывались и все было хорошо. Я хочу сказать детям, добивайтесь всего, что вы хотите. Всем детям здоровья, энергии и улыбок. Желаю всем детям крышу над головой и любящую семью. Я пожелаю, чтобы все дети были здоровые, веселые, хорошие и жили долго и счастливо. А я пожелаю, чтобы они не болели. Я желаю счастья, здоровья. Чтобы они были счастливые, хорошие и очень-очень смелые. Чтобы дети и их родители всегда были здоровы, чтобы в мире нигде не было войны. Я желаю, чтобы дети были у вас хорошие. Бақытты болыңыздар. Балалар, сендерді халықаралық балалар күн қорғау күнімен құттықтаймын. Я желаю счастья, здоровья, счастливого детства. Бақытты балалар, мен сендерді 1-ші маусым туған күнімен құттықтаймын. Мы хотим, чтобы все дети были счастливыми.